прокомментируйте, пожалуйста, Андрей Анатольевич, вашу последнюю находку. Это очередная находка нашей экспедиции. Ну, по всей видимости, это была кукла, предположительно, 17-18 века. Это вот, ну, вернее, нижняя часть куклы. Это вот ноги. Мужчины, вот. Я так понимаю. Да, это куклы мужчины, а это вот, да. Но вот наш профессор, уважаемый Александр, он выдвинул другое предположение. Он говорит, что это рога древнего бурана. Настоящего бурана. Трехрожкового бурана. Да, и поэтому сейчас меня с Александром устроим большую драку. Вы можете пока камеру включать. Не, ну на яички тоже похоже.